Друзья, совершенно случайно узнала о новом блюде. Вот так бывает. Вот это блюдо носит очень красивое название — «Роза манна». Очень оно распространено в Прибалтике и просто и в изготовлении, и невероятно вкусно. И хочу вас познакомить с этим блюдом. Это десерт. Для него нужно вот какой-нибудь сок или вот даже просто компот. Вот я совершенно недавно закрывала вот такой компот виноградный с апельсинами. И, наверное, его я буду использовать. И манная крупа. Сейчас я вам покажу, как это я буду делать. Ставим сок или компот на плиту и начинаем потихоньку. 700 грамм сока, 70 грамм манки. Потихоньку растворяем, вымешиваем. Сварили вот такую манную кашку. И самое главное — остудить ее до комнатной температуры. Вот застыла наша кашка, но это совсем не то блюдо, которое у нас должно получиться. Его даже вот сейчас лучше и не пробовать, а начинать вот потихоньку взбивать. Взбивать надо хорошо и долго. Вот на этом этапе можно довести до вкуса наш крем, наш десерт, добавить сахара или сахарной пудры, ваниль, или, может быть, для изменения цвета или усиления его добавить какого-то натурального сока. Но меня все устраивает. И сейчас я буду выкладывать наш волшебный десерт со сказочным названием «Роза манна» готов. Невероятно вкусный, пышный, воздушный. Попробуйте вы.